Друзья, вы знаете, я вот о чем хочу с вами поговорить. Дело в том, что последние 60 лет в Европе царил матриархат. Вы спросите меня, о чем я вам все объясню. Дело в том, что, как правило, победителями Евровидения становились представительницы прекрасной половины человечества. Мужчины, ну, может быть, человек 10 стало победителями, а Дану Интернешнл и Кончиту Вурст мы не относили ни туда, ни туда. В общем, я уверен, что парень, который уже готов выйти на сцену, готов доказать всем, что именно он достоин стать победителем. И вы знаете, это Влад Курасов. В свои 16 лет он покорил сцену X-Factor'а. А сейчас ему 20, и он готов покорять Европу. Вы знаете, рядом со мной группа поддержки. Еще минуту назад здесь была только одна девушка, теперь их уже трое. Они размножаются. Поклонники Влада Курасова очень быстро размножаются. Итак, скажите мне, пожалуйста, ну, я так понимаю, что миллионы женских глаз будут сейчас устремлены на сцену. Скажите, вот откровенно признайтесь для всей страны, свободно ли сердце Влада Курасова? Кто мне скажет? Ну, я мама, поэтому он в моем сердце. Ну, я крестная мама, извините. Мама. Поэтому он в моем сердце навсегда, а его сердце свободно и разбито. Серьезно? А кричалку вы какую-нибудь придумали, такую мощную, такую заводящую? Есть кричалка? Нет. Курасов. Давай, спас. Еще раз. Курасов, бой! Скажу вам откровенно, самая необычная и простая кричалка. Ну что ж, давайте посмотрим, чем готов Влад Курасов удивлять Европу. Сколько себя помню, я всегда хотел петь. Приходил на X-Factor, когда мне было 16 лет. Это совершенно судьбоносный конкурс в моей жизни. Я начал заниматься любимым делом. Это стало не просто моим хобби, это стало моей профессией. У меня был интересный случай, когда как раз было Евровидение 2004 года. Мы тогда еще жили в деревне и топили печь. Мы с моей старшей сестрой просто невероятные фанаты. И сидим, наблюдаем. Тут мама забегает в комнату и говорит, что у нас начался дома пожар. Горит балка, которая идет от этой печки наверху. И мы с моей сестрой Дианой сидим и все равно смотрим. Она говорит, вы что, идиоты, выбегайте оттуда. Помню, что стоим на улице и расстраиваемся не потому, что у нас горит дом, а потому, что мы не можем досмотреть Евровидение. Евровидение — это еще один шаг к исполнению моей мечты. Сейчас я готов к этому. Правда, готов. Oh.
Тарасов! Ваши аплодисменты! Да! Я смотрю, понравилось не только девочкам, но и мальчикам. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что мне кажется, что твоя песня о несчастной любви сделала сейчас очень многих счастливыми в этом зале. Ну и самое главное, я видел, как некоторые девчонки смотрели, не моргая, но есть те люди, которые моргали, когда они смотрели. Сейчас мы к ним обратимся. Уважаемые судьи, вам слово. Константин? Ну, вы, наверное, меня имели в виду, по части моргали. Не-не-не-не, вот я туда больше смотрел. Ну, вы знаете, для того, чтобы всесторонне оценить выступление Влада, я пытался время от времени представить себя вот 10-летней девочкой. А да. Такое возможно? Вы знаете, ну, на мгновение у меня получилось это сделать. Я чуть не расплакался и не рванул к нему в объятия. То есть, да. Но потом, когда это проходило, и я возвращался в свое собственное эго, я уже начинал, то есть, ловить какие-то там ошибочки, то все. Поэтому, если вы вынести такой всесторонний вердикт, я могу сказать одно. Вот для того, чтобы разбивать девичьи сердца, готов для выступления в таком серьезном конкурсе, как Евровидение, не готов. Почему? Вот такое мое мнение. Потому что конкурс Евровидения, это помимо вокальных качеств там, и так далее и тому подобное, это конкурс нервов, конкурс зрелости и конкурс выносливости моральной, волевой и так далее. Мне кажется, что вот в этом плане еще пока артист не сформировался. И на Евровидении может, собственно говоря, произойти сбой. Мне кажется, что пока вот по этим качествам все-таки он не готов, а быть популярным среди молодежи артистом вполне готов. Спасибо, но я, правда, не могу с вами согласиться. Он же стоит как кремень здесь. Я прямо чувствую уверенность его. Но вы ближе к нему просто стоите. Конечно, я рядом с ним как за каменной стеной себя чувствую вообще. Хочется прямо укрыться, спрятаться, потому что настолько я уверен. Хорошо, Руслана. Я пробовала себе представити 10-летним мальчиком, но так і не вийшло. Нет. Я тебя научу. Костя сказав, що научить мене цієї удивительної реінкарнації. Я, Влад, хочу сказати, і в даному випадку немає сенсу, якщо ми будемо просто говорити щось таке окей для вас, щоб ви плескали. Зрозумієте правильно. Я тут для того, щоб висловити свою оцінку, тому що мова йде в першу чергу за те, як буде представлена моя країна, наша країна. І тут немає значення кльовий, не кльовий, класний, не класний. Костя судить зараз категоріями продюсера, ну, просто шоу-бізової індустрії, а це батл музичний. Там абсолютно інакші формати, абсолютно інакші вимоги. Там всі вліпляться отак в сцену і скажуть, ну, Україна, давай. Влад, я згідна з Костю, в тебе все попереду. Мені здається, що це ще поки що типово. Поки що типово, шукай оригінал. Ти дуже оригінальний, в тебе дійсно вийде, шукай оригінал. Ти рано чи пізно кльово представиш Україну. Согласен. Ну, насколько я помню, Евровидение — это ведь для молодых исполнителей. Андрей, я хочу обратиться к вам. Кем вы себя представляли во время выступления? Ты знаешь, мне не надо было ничего представлять, все в порядке. Ты знаешь, я вот смотрю, я думаю, я тут с Костей не соглашусь по поводу, что Влад не готов к этому конкурсу, к этому аду, который там происходит. Потому что сейчас такое поколение, я даже завидую вам, Влад, вашей такой стойкости, да, вы такой боец. И выступили вы очень круто. Спасибо. Вы выступили... Еще раз, как? Хорошо.
И они правы, ребята, вы правы абсолютно. Он выступил очень хорошо. На какой-то момент, когда зазвучала эта песня, я подумал, это или Лазарев приехал, или Билан, этот Дима. Это очень похоже на все. И я тоже вам желаю поискать какую-то индивидуальную краску, которая вас отличала от этих хороших исполнителей. Так что приходите на Snoop на урок. Я то же самое говорил, только другими словами. Вы смотрите, какие злые у нас судьи, но с другой стороны. Какой груз ответственности на них лежит, и в принципе можно понять то, что они говорят. Друзья, но я хочу обратиться к вам и напомнить, что 50% только зависит от этих злых людей. Остальные 50% в ваших руках. Итак, если вы хотите, чтобы Влад сполна вкусил вашу любовь, голосуйте за него. Каждый голос на вес золота, а стоит всего 60 копеек. Отправляйте смс с кодом 4 на номер 7766. Влад, я очень надеюсь, что любовь зрителей тебя сегодня осчастливит. Ты сильный, хотя бы потому, что ты выдержал уже сегодняшнее выступление. Вот эти аплодисменты зала, они для тебя. И я очень надеюсь, что сегодня зрители тебя поддержат.